Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И давайте посмотрим с вами вторичку, которая находится у нас в районе Верхдонской, улица Тимирязева. Посмотрим, да, что же у нас продается. Ну, во-первых, давайте со входной группы, да. Дверь хорошая, классная, делали ремонт для себя. Сейчас зачем-то решили продать. Квартира 45 квадратных метров. Первое, куда мы попадаем, это спальня. В принципе, нормально, полноценная спальня. Кровать стоит на 1,60 м. И в целом, да, шкаф, все хорошо сделано. Даже мне люстра нравится, да. Прям, ну, реально классно сделано. Сделано все добротно. Сразу видно, что делали не на продажу. Вид, конечно же, тоже бомбический. Тогда сказали бы, вид на море потрясающий. Внизу есть парковка, магазин, Пятерочка есть, да. И все атрибуты для счастливой жизни, все имеется. В общем, довольно-таки неплохо. Итак, следующий, да, санузел. Сразу говорю, санузел не могу вам показать во всей красе, по одной простой причине, потому что я не нашел, где здесь выключатель. Ну, бывает же такое. Но санузел, уже сразу могу сказать, сделан очень даже хорошо. Санузел сделан добротно. И я даже скажу больше, у меня хуже плитка, у меня все хуже сделано, чем здесь. Да, и ванная разместилась, и вот он я, да, и смотрите, стиральная машина, да, LG, хорошая фирма. В общем, дорогая стиральная машинка тоже, я думаю, 1030 она стоит как минимум. Да, и давайте зайдем. И тут мы с вами видим кухню-гостиную. По большому счету, конечно же, кто-то взял бы здесь и сделал бы еще одну комнату. Она реально здесь напрашивается. Ну, а кто-то решил сделать просто кухню-гостиную. Что касается кухни. Кухня встроенная, довольно-таки неплохо все сделано, да, все спрятано. Ну, даже, ну, прям реально хорошо сделано, заезжай, доживи. Плюс висит индивидуальный газовый котел, соответственно, это низкие коммунальные платежи. Ну и, конечно же, здесь мы с вами видим, да, хорошую технику, ну, реально хорошая техника. И в целом здесь тоже все у нас имеется. Да, даже холодильничек есть. Блин, ничего прям, правда, в нем нет, но ничего страшного. В общем, ну, согласитесь, кухня нормальная, ну, зачет однозначно. Обеденная зона, да, вот так вот оригинально сделана, стоечка, да, вот такие барные стулья тоже довольно-таки интересные. В принципе, я считаю, что тоже довольно-таки неплохо все. И если мы посмотрим с вами в окно, мы с окна видим с вами соседние домики, которые здесь есть. В общем, все. И теперь, конечно же, мы с вами попадаем в ту зону, которая называется у нас гостиная. Да, можно так присесть. Посмотреть телевизор Samsung, тоже современный, в этом доме есть интернет, в этом доме нет проблем с коммуникациями, все центральное, в общем, все довольно-таки неплохо. И, конечно же, давайте выйдем с вами на балкон. Балкон здесь тоже имеется, пускай небольшой, но он есть. Итак, с балкона вид у нас на море, да-да, на море. И вот она, парковка есть платная, если вдруг есть возможность бесплатно поставить, да, все 33 удовольствия. Есть детская площадочка, страшненькая, но есть. В общем, все нормально, все хорошо сделано, претензий нет. Что касается сплит-системы, тоже есть, да, вот мы с вами видим, даже шторы есть, рабочее место есть, да, где можно поставить компьютер, блин. Классно, даже у меня нету кресла такого. Ладно, что-то я начинаю, у меня начинает тоже немножко так белая зависть, да, что вот есть хотя бы рабочее место, потому что я сижу за кухонным столом, когда монтирую видеоролики. В общем, все есть для того, чтобы приехать и можно было жить. Можно было жить. Кстати, проходит эта квартира, в том числе и в ипотеку. И теперь кто-то из вас спросит, Макс, почем данная квартира? Ребят, квартира с ремонтом стоит 4 300 000. Давайте я еще раз сейчас посмотрю. Да, просто я могу ошибиться. Давайте прям секундочку. Мне вот мой клиент написал. Да, 4 300 000. Если вдруг эта квартира вам нужна без техники и мебели, то ее дадут за 4 100 000. Соответственно, это дешевле, чем 100 000 рублей за квадратный метр. Тут из вас спросит, Макс, почем можно купить аналогичную квартиру в этом доме? Ну, в этом доме аналогичные квартиры есть. Я вам скажу, сколько они стоят. Да? Точнее, они остались здесь только маленькие. Таких вот больших площадей нет.
Но квартира в этом доме стоит 80 тысяч рублей за квадратный метр. 80 черновой. И никак не дешевле. 80 тысяч нужно будет взять вам и выложить. По большому счету, ремонт, техника и мебель, минимум 25 тысяч рублей стоит. Поэтому я считаю, что чем брать черновую, эту квартиру брать выгоднее. Вот если брать именно этот дом. Если мы с вами посмотрим соседний дом, то там можно взять квартиру, вот я сегодня снимал обзор, по 60 тысяч рублей. Здесь уже надо подумать, да, что выгоднее или что невыгоднее. В любом случае, здесь вы как минимум экономите 3 месяца. Здесь нету таких вот раздражающих столбов, в отличие от той квартиры, которую я снимал. Да, здесь сделано все довольно-таки неплохо. Ну и ремонт хороший, ребят. Вот кто бы что из вас ни говорил, да, кто-то скажет, там, Макс, там, у меня дома лучше и тому подобное. Да, я согласен, что у вас дома лучше. Да, и Лада Приора, она лучше, чем RAV4. Я согласен, я уже очень много таких комментариев читаю. Я даже с вами спорить не буду, 100%. Но эта квартира своих денег стоит. Почему она продается так дешево? Так дешево по отношению к тем квартирам, которые здесь есть. Потому что клиент покупал вот у меня квартиру гораздо дешевле. Он брал ее, если не ошибаюсь, когда еще дом был без документов, там на стадии оформления, брал вроде, если не ошибаюсь, по 65 тысяч рублей за квадрат. Поэтому все верно, да, потратил на технику, на мебель, на все остальное примерно 20-22 тысячи рублей с квадратом метра и продает, все равно он остается в плюсе. Все, все, все очень просто, предельно понятно. И если вдруг у вас появилось желание приобрести вот эту квартирку, я считаю, что эта квартира довольно-таки неплохая, да, то я рекомендую, нужно ее брать. И смотрите, чувствуется, что делали все для себя. Сделано реально все классно. Хорошо все сделано. Вот я даже могу сказать, что не прикопаешься. Реально классно сделано. И двери хорошие, и мебель хорошая, и ламинат хороший, не дешевый, и входная группа хорошая, да. И все здесь аккуратненько сделано. И санузел здесь хороший. Тут все классно сделано. Поэтому, ребят, если вдруг кому-то нужна квартира с ремонтом, обращаемся, с большим удовольствием помогу вам ее приобрести. А теперь всем пока. И, конечно же, все мои телефоны есть в описании. А теперь, ребят, пока.